Ты поддайся немножко. Я понимаю, что Солигорск там все... Срочно отвечать, быстро. Подожди, дай посчитать. Хороший вопрос. Всех суверенных, да? Это сколько у нас уже там лет получается? Думаю, что нет. Это неправильный ответ, нет, потому ты знал? Что... Может, участвовал? Не, в Интертото, наверное, выигрывали. Да. В 2003 году команду Омотаун из Ирландии, Омотаун. Северной, они обыграли со счетом 7-1. Давай предположим, что да. Не твой. Что ж я говорю? У тебя было такое? В 94-м не было. Я еще не подъезжал даже туда. Я еще вообще на свете не было. Да. Но она будет самая большая, но не 40 матчей. При в чемпионский год ни одной игры не проиграли дома. 2000 какой-то, 6-й, наверное. Так сейчас у них уже 14 матчей, не? Да, ну вот. Сколько? Да, дома. Только это я знал, но просто 40. Ну я не знал просто цифру. Ну. О, правда? Да? Конечно. Баллы набираю. С декабря по апрель. По май. Уволили, журавель стал, 4,5 года был. Правда. Иди сюда, я у меня есть Юревичу? А Леончику? Юревич. В чемпионате. Да нет, Матвейчику они, еще они, сейчас вернется. 247 в чемпионате, я тоже, мне кажется, под 200 наиграл. Ну. Да? Кто еще? 6. Короче, да, 7. Да. Иди сюда. А кто 7? Не знаю, ну кто-то... Рудинок. Блядь, ты по-любому проиграл бы. Да, Рудинка не вспомнил бы. Нет, мы первые. Нет, мы одинаковые. Да мы первые. Да. Мы всегда первые. Одинаковые. 53% единоборств. Они меньше. Они 53-53. Где-то в инстате пару туров назад видел, что, что что-то у нас там равное было практически. Думаю, это возможно. Да. И это не так. Но Динамо ж выигрывало все раньше всегда и Шахта. Так а потом Шахта выигрывала и ячейку. Мы всегда плюс-минус играли. То есть мы примерно всегда Динамо редко обыгрывали. Там, наверное, при Боровском часто обыгрывали. Вот я поэтому говорю, а потом, в принципе, у нас всегда такие расходы были. Ну я только 3 проиграл. Это как бы не красит, не красит. Кубка, суперкубка нет. Нет, я 2 проиграл. Батэ, 7. Бресту. Думаю. 7, это при Вергейчике МТЗ проиграли. На Динамо, на старом еще. Ну ладно, ты все равно 7 не вспомнишь. Нет. Думаю, да, это так. 7 раз. 5. Нет. Ну мы ничего, я не расстраиваюсь. Себя 0,5. Слушай, историю хорошо белорусского футбола в курсе. Нет. Конечно, но я столько не жил просто. Завтра вы
Я пока просто столько не жил, понимаешь? Вместе с пирогом писал.